Мы привезли перчатки. Все как согласно рекомендациям Министерства здравоохранения. Они идут без напыления, без талька, без ничего. Они антиаллергенные. Мы привезли санитайзеры, их много. Они для обработки рук, для обработки поверхностей, хорошие санитайзеры. Мы привезли защитные очки и маски защитные. Такий невеличкий, але життєво необхідний подарунок надійшов до міського терцентру соцобслуговування. Благодійну акцію влаштували переселенці з Донбасу, які нині живуть у Запоріжжі. Кажуть, майже 6 років тому вони теж потребували допомоги, а тепер відповідають тим самим. Я переселенка из города Донецка. Живем мы здесь уже 6 лет. 6 лет город поддерживает переселенцев. Это благотворительные фонды. И мы тоже хотим немножко быть полезными городу. Поэтому вот эта акция сегодняшняя для города Запорожья от переселенцев. Мы уже, наверное, слово переселенца уже, наверное, пора забыть. Мы такие же граждане, как и все. Очень хочется показать, что мы все-таки не балласт, мы все-таки не те, кто приехали, их нужно тянуть, все-таки мы ресурс, и мы точно можем влиять, помогать, поддерживать и работать наравне со всеми. Мы делали оценку потребностей, просто так это не происходило, то есть мы спрашивали, что нужно, и исходя из этого мы уже составляли эту помощь. У цих коробках – захисні маски, рукавички, окуляри, дезінфектори. Загалом близько 2000 одиниць. Вони потраплять до міських відділів реабілітації дітей з інвалідністю. Когда начались все эти карантинные мероприятия, нам выделена была дополнительная сумма денег к нашему бюджету. Мы закупили необходимый набор, пакет, необходимые все средства, но средства заканчиваются, их нужно постоянно пополнять. Вот у нас сейчас как раз на исходе то, что мы покупали, эта помощь очень своевременная, она очень поможет нам в нашей работе. Ініціатори акції запевняють, на цьому не зупиняться. Вже планують нові волонтерські заходи. Адже переконані, на добро потрібно відповідати добром. Олександра Прошна, Ілля Гірник, телеканал Z.